эти два, они будут сражаться против желтого. Желтый их победит, потому что он король всех змей. А еще пауки какие бывают? Пауки бывают банановые, бывают маленькие, бывают они ядовитые. А ты знаешь, что есть такие пауки, которым дают людям кусать, чтобы люди становились сильными? Такие пауки бывают, их называют, как его, доктор пауки. Они такие белые, и вот здесь идет Сенс Хаз из Брака Амиргуйна. Они такие пауки, ворду лавчу создум, кестали сакацума, был здоровый. Իսկ այդ բաղկի անունը չէ որ թռչուն է։ Դու ռուսերին ասա, ռուսեր, մենք հայերին հասկանում ենք։ Ծիցը եդը եդավիտի։ Ասամը եդավիտի։ Բայց Հայաստանում է տինուշ շիշտուտ, բան, դոկտոր պաղկի, տենց։ Պետք է զավիստյան ենք զաղպարկում, որ մեզ տան։ Կաղով որ ես հիվանդանամ, այդ պաղկին ինձի տակծի ես զարովը դա։ Դու կարած ռուսեր են պատմուս այդ սախ։ Мама, а ты знаешь? Да, Амазону меньше торчунер. Да, Амазон. Ну, по-русски можно? Есть Ара, есть Амазон. Есть эта птица, которая сквозь воды видит. Сквозь воды? Да. Но я знаю только в Африку. Я знаю его. А какое самое большое животное, да? Самый большой попугай? Нет, животное. Кит. Синий кит? Да. И ты сказал, что это хряпин? Чёрт.